подземными небесами есть секреты с чудесами. Мы отправимся их искать. Искатели были задуманы как проект приключения. Четверка любознательных друзей путешествует по родной земле, чтобы изучить обычаи, обряды и ремесла народов края, найти хранителей традиций и передать их знания другим детям. Работу наших режиссеров, операторов, конечно, юных ведущих высоко оценила жюри конкурса «ТЭФИ-регион». На конкурс прислали около 600 работ со всей России. И наши березняковские искатели вошли в тройку финалистов в номинации «Программа для детей». Конкуренцию нам составили Омское и Ижевское телевидение. Финалистов объявили накануне в городе Нальчик. Мне представляется сегодня федеральная журналистика и телевидение ограничено, как мне кажется, в своих там каких-то действиях, законах, правилах и так далее. А люди, находящиеся в регионе, которые непосредственно сталкиваются с жителями тех или иных городов, в которых они работают, они относятся к своей профессии, к своей миссии, потому что я считаю, что это миссия, с большим энтузиазмом. Заключительный этап всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» и церемонию награждения победителей планируется провести в Калуге. Возьмет ли команда искателей статуэтку бронзового Орфея, мы узнаем в конце ноября.